А гэтым тыдні синоптики прогнозуют сапраўды летние температуры, правда, не без ападков. Так, у аўторак по области чакаюцца кароткачасовыя дажджы месцамі навальніцы, до яких может добавиться ветер с порывами до 20 метров в секунду. У ночи минимальная температура до 21 вышэй за нулю, день плюс 25-29, местами до 30 градусов. У сераду пераважна без ападкаў, и слупок термометра поступова папаўзе ўверх. Прогнозуется до 34 вышэй за нуль, местами нават плюс 35. До конца працоўнага тыдня надвор'я не зменится, бадай что у спякотную пятницу местами пройдуць дажджы. На выходных небесная канцелярия крыху знизить интенсивность сонцапёку, у суботу до 29, у неделю до плюс 26, магчымы ападки.